Друзья, всем привет! Сегодня продолжаю свой посадочный сезон. Буду сеять лаванду. Смотрите, какая у меня она красивая. Узколистная лаванда. Тристана Изольда. Я такую еще не сеяла. У меня растет южанка. Открыла сезон. Открывала я его с земляники. Вы видели, видео было ранее. Кто не видел, зайдите, посмотрите. Кому интересно, конечно. Мне интересно, кто-нибудь еще уже открыл посевную 2020. О, семян-то тут вообще, наверное... Сколько штук-то не указано? 10 штук. Отлично. Что-то я сразу не посмотрела, сколько здесь штук. Открыл ли кто-нибудь из вас уже посевную? Если да... то мне интересно, что же вы уже сеяли. Может быть, где-то для южных регионов уже и пора, я не знаю. Но у нас для средней полосы, в принципе, сейчас что у нас? Цветы пойдут, потом баклажанчики, перчики. Но я в этом году не буду спешить с посевами. Не хочу, потому что у нас, я уже 1000 раз об этом говорила, у нас уже темно. Очень темно, и сейчас вообще пасмурная погода стоит. За всю эту зиму, наверное, пару дней было солнечных. В общем, беда с этим делом, беда с солнцем. Ставить рассаду негде. Я даже не знаю, где мы будем ставить в этом году рассаду. Ой, у нас тут на окнах цветы стоят, причем немало так цветов. То есть нужно будет куда-то убирать цветы опять. А цветов у нас прибавилось в этом году. У нас много орхидеек стало, фиалки. В общем, цветочки прибавились. Куда-то их нужно будет переставлять. Стеллажа у нас особо под рассаду нет. Но и на стеллаж у нас нужно освещение. Тот стеллаж, который есть, нужно освещение. У нас, конечно, есть 2 фитолампы. Но для стеллажа это мало. В плане того, что... мало рассады поместится. В общем, пока еще не думали над этой проблемой. Хотя уже надо задумываться, потому что сейчас уже нужно будет сажать герань. У нас есть несколько, вот забыла, то ли несколько сортов, то ли один смесь, не помню. Герань, тут уже петунька пойдет, мелкопыльные различные цветочки, а там баклажаны, перцы, томаты, и понеслась, как говорится. Что, будем сеять? В общем, с посевом все просто. Я уже не раз показывала, не раз рассказывала. Есть у меня отдельное видео, как я сею лаванду. Если кому-то интересно, посмотрите. Но сею я ее точно так же, как землянику, как петунью. Я сею на снег. Слава Богу. У нас сейчас со снегом все в порядке, хоть его и мало, но все-таки он есть, хотя потихонечку и тает. Я надеюсь, что к основным посадкам все-таки он у нас будет. Ну что, землю подготовила, утрамбовала. Сверху обязательно торф. Можно кокосовый субстрат. Кстати, у нас опять проблемы с интернетом. У нас же интернет присутствует. Ровно первые 2 недели в месяце. Дальше начинаются пляски с бубном. В плане то интернет есть, то его нет. Постоянные перебои. И так до конца месяца будут у нас перебои. Поэтому, если я не отвечаю на комментарии, значит, у нас нет интернета. Даже толком не могу никому зайти видео посмотреть. Столько всего интересного. Сейчас все снимают. А Люда, как всегда,
не успевает. Ну и, во-первых, некогда, да, сейчас все-таки после праздников мы немножко отошли. У нас тут такая неделька была на расслабоне. Плюс я приболела. Где-то я простыла, не знаю. Температура была небольшая, но самая гадкая. Для меня, конечно, температура 37. Самая такая плохая. На первые дни, конечно, чувствуется, так сильно бьет. Я очень тяжело ее переношу. А потом я к ней привыкаю, и я температуру уже не чувствую. Что уже тоже не есть хорошо. Но сейчас вроде все нормально. Пока такая стоит теплая погода, нужно будет сейчас уборку делать на хоздворе. Займемся этим вопросом. Кухню нужно доделывать. И там еще в планах много чего к кухне есть. У меня задумок. Это же, во-первых, не весь кухонный гарнитур, это только у нас рабочая зона. Будет еще дополняться. У меня еще и стол в проекте. Ой, задумок много, как всегда, времени мало. В принципе, хочется по теплу все это делать, но понятное дело, что как потеплеет, будет некогда. Сейчас туда-сюда надо инкубацию закладывать, рассады. В общем, новогодние праздники проходят и понеслась. Давайте пересчитаем. Раз, семечко. Интересно, когда на счет их вручную фасуют, ты же замучаешься. Два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, да, 10 семян. 9 и 10. Все, совсем мало положили. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы закрываем и отправляем в холодильник на 2 недели. Вот и все. Все очень просто. После этого достаем и ставим под фитолампу.